12 апреля 2017 года в 7 часов вечера 30 минут в Искитимском районе поселке Листвянский произошел пожар в двухэтажном доме. В результате пожара в одной из квартир в комнате на площади 15 квадратных повреждена домашняя мебель и вещи. Причиной пожара послужило короткое замыкание электропроводки. Уважаемые жители города Искитима и Искитимского района, наступает весенне-летний пожароопасный период. В связи с этим отдел надзорной деятельности и профилактической работы хочет порекомендовать вам следующие требования. Не сжигайте сухую травянистую растительность на своем садовом участке, а также участке, прилегающих к жилому дому. Не разводите костры также на этих участках. За все это предусмотрена административная ответственность.